Да, летом каждый день. Круг одинаковый всегда не бывает. Но все люди ведут себя в разное время, года в разное время. Я по-разному. Отписки меняются в собаке. Нам некогда вареничко сварить. Замаскировался. Скажи, папа, скажи, как вы меня нашли? Я так замаскировался. У него же самая красивая грива. А у тебя зубы какие? Рядышком. Куда? Скажи, куда? Все, ты хорошо папа, лежал. Скажи. Ты хорошо лежал. Давай, бабахи. Это я с тобой хорошо лежал. Давай, ложись. Вот так, молодец. Молодец. Папа, скажи, ты мне твоего говоришь? Рядышком с ним. Угу. Вот так. Угу. Можно гладить, он любит, да? И в винограде живописно. Смотри, виноград зреет, да. У нас, смотри, да. О, какой. Виноград? Виноград, да. Новый порода. Сладкий-сладкий здесь он вырастает без полива. Нет, там Арсений молодец, то абрикосы сижу, то виноград, ягодный. Хозяйственный. Хозяйственный. Он пока Вова сидит, думает, я... Да, пожалуйста, меняйте себя. Угу. Садитесь рядышком с ним, садитесь. А вот. Ай, красивый, хороший. Угу. Трава точно как в дикой природе. Дурачок, да, как в полосатом рейсе. Никто косыночку не привезет, тут как в полосатом рейсе завязать. Да, кстати. Что-то ты прям вообще распорился. Мне кажется, и вы тоже. Как-то вы обоюдно. Давайте, ребятки, давайте, кстати. Так, мне тут или там? По какому удобно, как вам нравится. Я попробую с этой стороны. Прическа у него уже готова. О! Ох ты ж, ты чего ж классный-то тоже. Здесь нос подранный, как всегда. Лев Марсель, парк Львов Тайган. Какие ощущения, когда вы гладите взрослого льва? Вот. Как-то так, да. Ваши эпитеты понятны, да. Я ухо глажу. Скажи, я не очень люблю ухо. Да? Вылизывается. Ну, что ж, вот это вот тебе лопатка, ключица. Вот это класс. Баба, все. Скажи, да, канал у льва. Я тебе сколько мог. Ага. Не-не, так не договаривались. У нас еще три человека. Да, встаем. Встаем сейчас, другая. Давай. Молодец. Не, вот тоже теперь вот не надо там ничего облизывать теперь. Ничего не надо облизывать. Грустный виноград у нас тут.
Давай. Подвязать можно. Давай сюда. Садись вовнутрь. Вовнутрь? Конечно, смотри. Вовнутрь? Вовнутрь? Надо вот... Ой, кто там? Кто такие? Ой, ты чё, школа. Вот там, тебе должен вот так сесть, вот так, вот так вот сесть, вот он тебе голову положит. Чисто теоретически. Смертельно, ну, можно лучше хвост? Да, ну что ты за своим хвостом? Ну, мы съедим тебя, ну, одну ногу съедим, тебе еще одна останется. Да. Ради Паша. Такого дела можно. Да? И ногу отдать. А. Как по так, идем, давай. Звук. Звук есть. Один, два, три. А шортики. Нет, а только что говорил, одеть такого дела можно. А тут даже шортиков жалко стало. Бам. Сиди, ты сидишь. А сейчас не вернется. Тупо ты зовут. Здорово. Привет. Скажи, и тебе не хватит. Я здесь посижу, ладно. Это не я. Да кто ты, потом расскажешь. Это будет не важно. Это да. Марцель! Ты все говоришь, что вот я, конечно, не буду говорить, что лучше секса, как некоторые. А там столько суток было после этого. Да. Ну где-то что-то сходно, да? Ну близко. Просто это реже бывает. Ну это да. Новый год чаще. Очень редко. Очень редко, говорите. Это вы про что? Сейчас про первое или по второе? Про Львов. А, мы себя про Львов? Я просто запутался. Давай. Давайте, девушки, кто? Садитесь. Мать, ну давай ложись. Ну и хвостиком как прикрылся. Кисточки такие классные, хоть рисуи. Массаж позвоночника для Льва Марселя. Проснулся. Проснулся Котя. Кузик-то ему. Котя наш проснулся. Девочка такая, он что, может, пусть спит? Поспит. Еще видео классное, которое... Он на меня рычит. Садитесь, не рычит, садитесь. Вот так делает. Не-не, садитесь. Садитесь. О. Когда они мелкие его, еще были, еще с Лейлой, что ли, с Голстом. С Лолой. С Лолой, да-да-да. Скажи, папа, скажи последнее. А у него кто папа-то? Почему у него природа? А его привезли. А, привезли. Зато никто не ухватил, не дослушал. Все придумано за миллионы лет, у каждого свое. Сейчас папа возьмет волосы сейчас, на память тебе, да. И скажет, что это вы. Сейчас вам берут. На шапочку. На шапку, да, на носки. На куклу Вуду. Марселя, я знаю, кто тебе волосы выдал из гривы. Вон девочка сидит.